Я не профессиональный повар. Я это не отрицаю. Это я говорю тем, которые там рассказывают, каким ножом резать, какой рукой солить и всякую вот эту непонятную мишуру навязывают. Под цвет листьев замаскировался. А не бойся, филе тебе кусок. Вот, на листья не кушай, елки-палки. Друзья, всем привет! Вы снова на канале Bon Appetit Life. В первую очередь я хочу вас поздравить всех с Новым годом и пожелать, чтобы в Новом году у вас было все просто так, как вы хотите. От себя добавить только могу. Крепкого здоровья вам! Готовить буду сегодня на сковороде садж. Блюдо шикарное. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. А я начинаю. Друзья, готовить это блюдо я буду в основном возле костра. Поэтому сейчас отнесу туда сковородку и перемещаемся туда поближе. Готовить будем на полезном оливковом масле. Я думаю, этого вполне достаточно. Теперь надо подождать, чтобы масло хорошенечко раскалилось, и будем обжаривать курицу. Из курицы я взял грудинку, филе, самая вкусная часть. Что, друзья, давайте мясо подготовим, посолим, поперчим, пока мест разогревается масло. Также, друзья, перец нужен. Из перца я буду брать горошек и делать его мелким. Я думаю, столько перца будет достаточно. Также немножечко розмарина. Дадим пикантности. И немножечко хмели-сунели. Вот, друзья, и все то же самое сделаем с другой стороны, хорошенечко размазав. Ну вот, друзья, мясо подготовили. Пойдемте жарить.
О, старый друг. Привет, коричневый. Сейчас будем курицу кушать. Далеко не уходи. Друзья, если вы думаете, что я просто решил пожарить грудинку, нет. В этом блюде будет все. И коньяк, и сливки, и сыр, и грибы. Сами все увидите. Никуда не уходите, не перематывайте, не переключайтесь. Это будет очень вкусно. Сейчас мы обжарим его с двух сторон. Потом извлечем. И сами увидите. Не буду рассказывать весь процесс. Все, пускай запечатывается, зажаривается. Надо совсем немножечко подождать. Тепло возле костра. Что, друзья, пока жарится курица, подготовим ингредиенты. Одной крупной луковицы на мою большую сковородку будет достаточно. Также грибы-шампиньоны нарежем крупненько. Все у нас помыто, чистенькое. А то некоторые говорят, вот что не моешь. Да не хочу я мыть на камеру, занимать ваше драгоценное время. Некоторые говорят, да нет, он не повар. Я не повар. Я простой любитель. Любитель выехать на природу, отдохнуть с друзьями. Я не профессиональный повар. Я это не отрицаю. Это я говорю тем, которые там рассказывают, каким ножом резать, какой рукой солить и всякую вот эту непонятную мишуру навязывают. Думаю, самое время перевернуть грудку. О! Вах, какой запах уже! Сейчас дожарим вторую сторону, разбавим огненным коньяком с огнем. В общем, сами все увидите, запах уже стоит просто чудесный.
А теперь изюминка, друзья. Добавим коньячку. И теперь теперь, друзья, когда весь спирт выветрился, остался просто нежный аромат, выложу мясо, чтобы оно не остывало, и буду обжаривать грибы. Но там не только грибы. Какие куски смачные. Теперь их накроем, чтобы они не остывали, чтобы потом заново не разогревать. И отправим лучок. Вот так. Пусть лучок возьмет румяную корочку. Пережаривать не надо, слегка. Также, друзья, чуть-чуть острого перца чили. Придадим пикантности. Самое время отправлять грибы. Также присолим грибы. Вот так. А не бойся, филе тебе кусок. Вот, на листья не кушай, елки-палки. Кушай, кушай коричневый, молодец. Пес тоже должен подкрепляться. Под цвет листьев. Замаскировался. Грибы тоже готовы. Самое время укладывать обратно курицу и заправлять все это сливками с сыром. Филе даже не успело остыть. Вот так, теперь отправляем все назад. Главное фольгу не прихватить.
сливки. Сливки можно брать любые. Я взял 25%. Вот так. Огонь сделали максимально умеренным. Сейчас отправим туда чеснока для пикантности, натрем сыр и оставим готовиться минут на 10-15. Будет просто бомба. Чтобы за стол не залазить, покрошу чеснок прямо здесь. Не буду я его обжаривать, а прям так положу для того, чтобы он не чернел и ароматно пах. И прям вот так по краям чуть-чуть насыпем. Ах, красота! Ну что, друзья, самое время добавить сыр. Сыр я взял чеддер, ну, можно взять подешевле, тут никаких ограничений нету. Просто этот сыр сразу, как попадает в горячую воду, расплавляется. Хотя сам очень твердый, и насыщенность сыра, вкуса у него просто шикарная. Сыр сразу расплавляется, сразу. Вот сейчас насыпем, начну мешать, и он сразу расплавится. Вот этим и нравится мне этот сыр чеддер. Также он придает очень насыщенный вкус сыра. Я думаю, этого достаточно. Вот смотрите, как он сразу расплавляется, как только в воду попадает. Он даст цвет, соответственно, шикарный вкус. И самое время отправим зелень. Из зелени я взял петрушку, укроп и молодой лучок. Всего понемножку. Накрываю крышкой, ровно 3 минуты и пробуем. Нужно будет совсем немножко углей. Совка нету, блин. Приходится подручник. Пока друзей нету, еще не подъехали. Попробую прямо здесь, что получилось у нас. Сюда подсыпал на низ углей, чтобы блюдо было постоянно горячим. Ну что, посмотрим. Ах, вот такая красота у нас, друзья. Посмотрим, что у нас получилось на вкус. Сперва помогаю, пока никого нету. Вот так.
Ай, какой кайф. Вы говорите иногда, чего вы все время с лавашом? Вот он, настоящий русский хлеб. Ну что, друзья, с Новым годом! Счастья, здоровья вам и благополучия! Будьте счастливы, мир вам! Самое время укрепленное попробовать курочку. Ах, какая красота! Так, кусочек оторвем, аж ломается. Этот вкус не передать. Я вам рекомендую, друзья, попробуйте прямо дома. Правда, огонь не надо над сковородой разводить, дабы избежать пожара. Блюдо мощное, я еще помакаю, с вашего позволения. Блин, соус настолько вкусный и горячий, что не могу остановиться. Я извиняюсь, друзья. Ну что, дорогие друзья, на этой красивой ноте, конечно же, я с вами не прощаюсь. Большое спасибо, что вы были со мной. Ставьте лайк под это видео, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.